фокус с картами без подготовки. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу на самом деле очень-очень сильно. Берем колоду, тщательно ее перемешиваем. Давайте еще ее тщательно перемешаем. Я просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Например, вот эту. Он ее запоминает, свободный выбор зрителя. И мы забираем ее, даже не мы, зритель берет и сам засовывает туда, куда хочет, в любое место. Ну, к примеру, зритель захотел сюда. Хотя он мог засунуть реально в любое место, но засунул туда, куда он хотел. Смотри, мы берем аккуратненько, соединим твою карту, возьми коду и перемешай. Зритель берет и сам тщательно перемешивает свою карту в колоде. Все, его карта реально потеряна. Сейчас я объясняю зрителю то, что для начала, для разогрева, я покажу ему фокус с четырьмя тузами. Фокус называется переворот каждого туза. Так вот, первый туз. Так. Второй туз. Третий туз. Так. Вот четвертый туз. Смотри. Четыре туза, да? Раз, два, три, четыре туза. Помнишь, как называется фокус переворот каждого туза? То есть у меня есть один, два, три, четыре туза. Сейчас они будут переворачиваться по одному. Делаем щелчок, и у меня... Ничего не произошло, подожди. Щелкнем пальчиками и... А, вот. Перевернулся туз-кресть, да? Смотри, туз-кресть, делаем щелчок, это уже туз-чеви, не веришь? Нет, правильно, после этого твоя карта. Вот и обучение на этот классный прост... Итак, вот и обучение на этот реально прикольный фокус с картами, полностью без подготовки. А для этого фокуса вы реально берете колоду, отдаете ее зрителю. Зритель ее сам, как хочет, перемешивает. И у нас сейчас есть два способа показа этого фокуса. Вот, перемешали мы колоду. И сейчас у нас первый способ показа. Зритель выбирает любую карту, он ее запоминает. Мы кладем колоду в сторонку, зритель ее там запоминает и кладем ее в центр. И мы уже сейчас знаем нижнюю карту. Второй способ показа, это мы сами перемешиваем колоду. То есть, посмотри, все карты разные, да. Взяли, перемешиваем колоду, но при этом мы контролируем нижнюю карту. То есть вот, я просто ее придерживаю и, получается, слистываю все карты, кроме нее. То есть вот, беру, бам, она у меня остается. Чтобы было удобно, карты даже падают, но зато вам все видно. Есть. Суть в том, что у нас должна быть ключевая нижняя карта. Как вы это сделаете, я уже не знаю. Я вам только что дал два способа, поэтому берите любой, какой хотите. Что мы делаем дальше? Вот, допустим, взяли валет, перемешали колоду, говорим, выбери любую карту. Зритель ее выбирает, бам, запоминает, это у нас валет черви. Наша ключевая карта это валет кресть. Далее мы просим зрителя засунуть этого вальта в любое место в колоде. Он берет и засовывает, например, вот сюда. А сейчас вам нужно сделать такое движение. Вы берете, делаете ленту, раз, два, на второй раз вы забираете этого вальта, после чего вы доходите до... разлома, так сказать, там где карта зрителя и пачка у вас, и поджимаете этого вольта в колоду, прям вдавливаете его, и получается, как бы сверху кидаете, ну не кидаете, засовываете под карту зрителя. Вот. Этого не видно и не слышно, но на самом деле уже валет-кресть лежит возле вольта черви. Давайте еще раз. Давайте переверну, может, вольта черви и вольта-кресть, чтобы вам было нагляднее. Делаем раз, два, забираем, прижимаем, пролистываем и вот сюда так вот вдавливаем его, прямо вот сюда. Мы не поднимаем так вот руки, а просто чуть-чуть отодвигаем и все, мы уже сделали это движение. После того подравнивания, задвигания, наши два вольта лежат вот вместе. Так, давайте еще раз. Зритель берет, засовывает короля куда он хочет, ой, вольта куда он хочет. Делаем раз, два, забираем, пролистываем, чуть-чуть приподнимаем, задвигаем, показываем дальше, задвигаем, все. Сейчас у нас два вольта лежат вместе, но мы не знаем карту зрителя, мы знаем только нашу карту валет кресть. Мы отдаем ему колоду, он ее сам перемешивает, как он хочет. И самое интересное то, что как бы не перемешал зритель колоду обычным способом, да, то есть без фаро, без рифл-шафла. И если он будет поснимать так вот по одному разу, только тоже сколько угодно раз, у вас два вольта, бам-бам-бам-бам-бам, где вот, лежат вместе. То есть, как бы, можете не волноваться, ваша ключевая карта никуда не уйдет. Итак, что мы делаем?
Зритель перемешал колоду, мы берем его колоду и говорим, смотри, сейчас я тебе покажу очень классный крутой фокус, например, с четырьмя тузами. Берем и пролистываем, то есть находим первого туза, а мы знаем, наша карта валет кресть. Второй туз и ищем вальта кресть. Ага, валет кресть, ага. Значит, карта зрителя валет черви. Мы берем и этого вальта черви вот таким вот способом забираем также под низ. Пролистываем дальше, третий туз, еще один туз и, разумеется, валет черви, карта зрителя лежит уже у нас наверху. Мы берем, говорим, смотри, 4 туза. Подбрасываем нашу колоду. Здесь делаем сразу же счет на 1. И говорим 1, 2, 3, 4 туза. Забираем сразу все с брейка. То есть вот у нас здесь на карте зрителя брейк. Давайте еще раз. Вот. Здесь у нас брейк, 4 туза, забираем 5 карт. И показываем зрителю 5 карт. То есть вот 1, 2, 3, 4, как 4. Здесь у нас 2. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Здесь две карты. Ну, давайте еще раз покажу вам. Раз, два, три, четыре. Все делаем, подравниваем, переворачиваем. А сейчас мы должны сделать M-силиконот, но необычный. Мы делаем, забираем первую карту. Под низ здесь забираем сразу три карты. Группу из трех карт. Забираем еще одну карту и эту карту кладем под низ. Таким образом мы можем делать этот M-силиконот бесконечно. Делать щелчки, пролистывать, делать щелчки, пролистывать. И типа у нас не получается фокус. И таким образом у зрителя реально создастся впечатление того, что все 4 туза реально лежат по-обычному. И дальше мы берем, переворачиваем, говорим, типа что-то что не получается, сделаем щелчок. И опять делаем такое вот пролистывание. Одна, 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 а здесь две карты. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Говорим, смотри, перенося тушь черви. Здесь забираем две карты. Одна, одна, одна. Переворачиваем эту карту вот таким вот образом. Говорим, смотри, отложу три туза. А здесь валет черви. Делаем щелчок. А какая твоя карта? Валет черви. Ой, здесь... Говорим, смотри, здесь туз черви. Делаем щелчок. И это у нас уже твоя карта. Прямо сейчас поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. На этом все, пока.